Спортсмены республики с поражением опорно-двигательного аппарата сегодня собрались в Чебоксарском физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Феникс», чтобы отметить его 25-летие. За эти годы из стен клуба вышло немало именитых спортсменов, в их числе чемпионка Паралимпийских игр Елена Иванова. Кто занимается в клубе сейчас и как они отметили юбилейную дату, узнала наша съемочная группа. Ограниченные возможности на таланте никак не отражаются. Танцуют, не слыша звуков, чувствуя лишь вибрацию через пол, поют, не вставая с коляски. Сегодня мы отмечаем юбилей физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Феникс». Он единственный в Чебоксарах, кто занимается непосредственно реабилитацией инвалидов через спорт и спортом высших достижений. Очень позитивный клуб, очень много всего хорошего. Именно толчок к тому, к стремлению, чтобы доказать кому-то, что ты что-то можешь, помимо того, что ты просто живешь. Вот. Самореализация, самоутверждение самого себя в обществе. Гостей ожидали соревнования в 5 видах спорта. Настольный теннис, дартс, армспорт, шашки и гонки на колясках. И это далеко не все виды, которыми можно профессионально заниматься в стенах «Феникса». Кроме этого, есть бадминтон, пауэрлифтинг и легкая атлетика. Руководители спортклуба и сами спортсмены призывают всех лиц с ограниченными возможностями, независимо от возраста, включить спорт в свою жизнь. Благодаря реализующимся сейчас федеральным программам он становится еще более доступным. По федеральной программе «Доступная среда» были выделены средства из федерального бюджета и из городского бюджета. И на эти средства было закуплено оборудование, столы для настольного тенниса, тренажеры, оборудование для пауэрлифтинга и много различного инвентаря, костюмы и спортивная обувь. Сейчас в «Фениксе» занимаются более 40 спортсменов, причем они достойно представляют Чувашию на различных соревнованиях. Уже как бы 4 года занимаюсь профессиональным бадминтоном, хожу каждую неделю на тренировки, выезжаю на соревнования, на чемпионат Европы, чемпионат мира. Сейчас основная цель спортклуба «Феникс» – привлечь как можно большее количество инвалидов в спорт и доказать, что он действительно может изменить жизнь только в лучшую сторону. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика.